Привет всем, это я, Роберт, и сегодня мы начинаем третью часть игры «Пятница 13-я» Hero Puzzle. Как вы помните, в прошлой серии меня подсадили в тюрьму, и теперь мы пытаемся выбраться. И нам помогает наша любимая мамка, так что приступаем. Надо теперь убить Джерри. А я могу ебаться, точно. Пока-пока. Ура, наконец-то, мама! Здесь я убийца Селины! О, спасибо, мамочка, за новое оружие. Я не знал, что ты такая добрая. Спасибо за новое оружие, ты очень добрая для меня. Очень-очень добрая. Так, какое здесь оружие? Стул опять? Ну, знаешь, мамочка, мне не очень подходит стул, извини. Я могу выбрать другие оружия. Молоток. Молоток подходит, мамочка? Надеюсь, что подходит, потому что я не виноват за то, что ты выбираешь мне такие дурные. Дурные. Ой, не того убил, извиняюсь. Блядь, так надо убивать. Надо как. А почему, скажите, почему мне так не везет? И да, молоток. Бля, почему не каждый раз оружие? Так не скажу. Вам что, обязательно орать? Вам не обязательно орать. Вы не можете просто не орать, да? Вам нужно поорать. Крикуни, бля! Орут! Кажется, что я не понимаю, как они должны себя вести. Как какие-то долбоёбы. Нет, они на самом деле долбоёбы. Не так. Мать, подожди ты, ёб твою мать! Не видишь, что мне там сделать? Это как? Как мне этих идиотов убить? Блядь, почему вы ставите сюда того, который должен убить? Блять, мать, помоги. Поможешь, пожалуйста, помоги мне. Нет, ты не можешь. No! Понял. Спасибо, мамочка. Ты очень помогла. Ты очень мне помогаешь. Молоток, прямо там. Твой дурацкий череп. Ну что, блядь, я когда тебя убиваю, а я так чувствовал, когда меня убивали. Когда я тонул. Вам было приятно, когда я тонул, а? Вам было приятно, когда я тонул. Время менять оружие. Я не знаю, какое нужно. Вот какое. Это рюзочка, мама, самая умная. Да, последний отзыв. О, блядь, я его оставил на маленький кусок. Вы видели, как это я сделал? Ну нафиг, это великолепно.
Я убил его на маленькой сраной кусочке. Ну вау, нахуй, как я... Какой я, нахуй, умный, блядь. Просто вау. Это невероятно. Я убил этого куска говна на три маленькие кусочки. Я убиваю его быстрее, чем... Должен. Вау, Джейсон вырос. Том Экзамсон, ты должен расти. И я убил... Очень красиво. Очень нахуй красиво. Я убиваю всех прежних, которые... Они меня водят с ума. Они меня просто водят с ума, мама. Ты должна понять меня, что я без тебя умираю. Почему ты мне не помогаешь, а, мамочка? Почему ты мне не помогаешь, а? Почему ты мне не помогаешь? Вау, мама, я не серьезно. Хватит такое лицо пока. Блядь. Я это не мог написать. Я обвиняю только себя и никого другого. Но знаете, кого я обвиняю? Голод! Да ладно. Я убил их всех, как не знаю. Кого? Ну ладно, блядь, и время сесть на моё место. Ты что, без сознания? А, нет, там сознание. Ну давай, Джейсон, прикольный того, который тебя подсадил. Вау, блин, Джейсон жестокий, очень жестокий. Даже вау. Ну, ну, давай, давай. Давай, скорее, Джейсон. Ну давай, скорее. Джейсон, ну, твою мать. Какого ни хрена ты? Ну, Джейсон, блядь. Ну, нахуй, Джейсон. Да. Я убил этого куска говна, но у нас еще есть времени снять еще одно видео. Я так думаю. Мы убиваем снежного Джейсона, который спустя несколько минут заморозился и так далее. Хорошая утка, не очень она такая. Я смотрю. Скилли, золото? Как они снять открывать резолт на моем месте? Почему они открывают на моем месте резолт? Они не имеют права это делать! Ёб твою мать, это долбоёбы! О, блядь, кровь! Кровь моей первой жертвы, которой я даже должен умереть! И это будет его последнее слово. Как теперь? Надо кого-то убить. Я знаю, что нужно. Последний гиб? Как я могу так трудно сердиться на них? Ну почему? Ладно, мама, помоги мне, потому что я живу здесь больше, чем кажется. Я знаю. Ага, я понял. Я дебил. Ну какой я дебил? Спасибо, мама. Очень помогаю. Очень помогла, мамочка. Очень помогла, мамочка. Ну что, время умереть? Да, я тебя отрежу часть твоего сраного тела. И ни одного оружия. Мама, ты что, на меня злишься? Я что-то неправильно сделал? Ну, мамочка, почему ты так? Ладно, надо это убить. Подлёжь. Ладно. Это по-другому всё дело, потому что мне как-то не получится.
Мама, подскажи мне, что мне здесь нужно делать? А, понял. Так, ну не, пошли. Кик, я ненавижу Кику. Я это ненавижу с Ником. Я получил новую... Ладно, ребята. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, потому что когда я открою это видео, я очень рада. Но не волнуйтесь, она появится, потому что у меня теперь много времени с ними. И увидимся в следующий раз. И пока.